Это мы. Со стартовым Мы танго веселые или медузы. Это мы фазмофобия. похожи на арбузы. Что? У нас слишком много рук сейчас. Ой, какие замечательные задания, значит, сбежать, свеча и распятие. Ничего не выполним, короче. Кроме, Вы не может знаете песню про мы веселые медузы? быть. Нет. Знаем. Какого-то мультика, я не помню, с какого. А чё вообще взял Илья? Водная жопа. Я Камеру. камеру. А. Я говорила, рук много. Ой, как будто что-то кинул уже, нет? В компах прятка. Замечательно. Мы пытаемся выжить со стартовым инвентарем. Илья поет песню из мультика «Большой ух». Вот. И Ну вот, видишь? не факт, что мы выживем со стартовым инвентарем. Учитывая, что, например, я хожу без фонаря. Света. Да ладно, зачем тут свет? Тут все. Где? О, дверь. Где? Какая? Кто? Где? Когда? Нигде нет отпечатков. Кто? Ни на какой двери. Опа, это Софья. В гараже есть. Я что, похожа на Пита? Прятка? Не, это я имел в виду, что свет включил. Подвальчик. Я вообще себя какой-то беспомощно чувствую, блядь. У меня чисто блокнот и радиоприемник. А что он за предмет? Так ты ходи сразу спрашивай. Ты здесь, ты рядом. Мне кажется, Дай мне доска знать. или круг. А, блин, а я, кстати, блин, Круг, ни одной Ярик. точки не посмотрел. И Бегу. круг не увидел. Как обычно. Прятка в подвале. А косточку ты не нашел уже, да? Еще нет, ничего. Да я у тебя не спрашиваю, что ты. Олё, Кузю, ты здесь? Ты вниз Ты вообще рядом? не смотришь. Не смотрю. Орб внизу не летает, извините. И косточка А я внизу. нашел косточку, она в компах. Косточка в компах. Да уже там бегу. Исправился, смотри. Ты что там видишь? Свет пытаюсь выключить. Тю, а где же орб? Призрак. Дай нам орб. Дай нам знак. А кто тебе сказал, что будет орб? Ну, с орбом Сделай проще. мне. Его же может и не быть. Дай нам знак. О. Ой-ой-ой, вот, он, по-моему, в детскую зашел. Но Это что отпечатков же? нет. Детская Два. там дергалась, да, все, Эй. карма. Ты рядом. Давайте выйдем. Дай нам знак. Ты камеру-то поставил? Дай нам знак. Да, Софья там пусть поговорит. Ты рядом. Ты старый. Ты молодой. Подвал и Дай гараж. нам знак. Начнем. Поставьте камеру. О, и Но это еще может быть коридор маленький, вы понимаете, да? Лазерный. Лазерный? А, лазерный, Супер. отлично. Видишь, как я вовремя лазерный поставил? Хорошо. А как миража теперь проверить? Соль-то нет? Никак. Здравствуйте. Да, бегает. Ой. Ноги чьи-то. Между ногами Я Ильи поставил камеру пробежал. и автоматом нажал на Т, чтобы включить свет. Орб! А света нет. Ор? Да. Ух ты. Не зря камеру, что ли, поставил? Справа летел. Где? Справа летел. Не бачу. Ну, сейчас и я не бачу. А ну-ка. Сейчас приду. Если что, помяните. По-христиански похороните где-нибудь. Поховайте мене на могилі, А где камера-то? мою душу. Лево. На батареи, на батареи. Ёлки-па, вот это, конечно, квесты. Ой-ой. Поставь, пожалуйста, камеру. О, лазерный. Я жорп видела. Собака. Жорп? Ты жорп видела? Не, Шулька. орпа нет. А, пройди к другой стенке.
Катя, я тебя найду. Даже если тебя здесь нет. Ух ты ж, блин, призрак туда-сюда. МП, наверное, проверить. Да, ЕМП, ультрафиолет. Два. Бляха, видел орк. А у кого что? Собака. Так, ну если это был орб, банши юрей юкайрай дзюта е. Сейчас не видишь орба? Нет. Бляха, был орб. Клянусь, снега же нет. Снега нет. Так, свет надо по максимуму включить. Я ванну вижу. Чего свет выключили тут? Чтоб ты орб проверил. Орб вижу. Орб видишь? Вот. Ванной? Видишь, да? Да, вижу орб. Где? В коридоре? Хорош. Детской. О, видишь? Не обманывала, получается. Отлично, отлично. Отлично. А у нас... А у нас круг, да? Зашибись. Да. Не воспользуемся, получается. Нет. Угу. А у нас нет зажигалки, да? Блин. Mm-hmm. Чё, пойдем в шкаф, сядем, посидим, послушаем, чё еще остается? Вариантов больше нет. Я могу сфоткать. Есть еще вариант дождаться ивента, фоткать. Чтобы сфоткать. Шкаф. Ну. Ого, он дверь к себе закрыл, прикольно. Может, это Юрка? Юрасик? Да-да, тот самый, только не говори какой. Ну, я хотел сказать World. А, хорошо. Что? Jurassic Фейрик? World. Фильм я в гараже. Еще есть Jurassic Park. Это было более опасно. Jurassic Park. Дверь дергает. Может, это... А, духа не может быть, да? Блин. Надо его позвать. Снегурочка. Это мероприятие. Блин, это настолько вшито уже в голову с детства. Спасибо. Нам другой ивент надо было. Такой не надо было. О, так. Юрчик. Попе, Юрчик. Тихо. У меня. По поводу в попе огурчик. Это не радио, это не ТАЕ. У них в попе нет огурчика, да? Но это не банша, она средний ходит. Подожди. Мишель! Мишель Крей! Мишель! Мишель Крей! Будешь отбиваться нечем. Что ты делаешь? Я на ЮВК проверяю. А ты? О! Ничего себе. Чё? Чё там? Новое еженедельное задание. Где? В Геншине. А. Ну, какое? Это священное... Решите еженедельное гостевое задание. Карту, да. Я ещё не пришла до этого. Ещё атака? Ухожу. Мишель! Еще успел? Мишель! Мишель! Он у меня в гараже. Мишель! Ай, прям рядом. В смысле рядом? Он с нами рядом ходит, нет? Он прям у меня прям под шкаф. Мишель! Блин, чё, ЮКАЙ что ли? Это ЮКАЙ что ли? Зовем, вообще не приходит, да? Да, вообще, ноль на массу. Игнорит нас. Пока я ухожу. Куда? Как это, фурбан. А. Ну, близнецов у нас может не быть, не знаю, что мы еще слушаем. Только ЮКАЯ. Можем проверить.
То еще позвать? Ну давайте еще позовем. Так, что еще можно придумать с именем Юра? Я у кого-то в челюсть. Юрий сунул руку в улей. Смешно. На своей волне тут Илья. Да. Мишель Край. Юрец очень любит холодец. Он тебя подтвердил. Чего холодец? Так, он очень активно трогает двери и очень активно и винтит. Что это может быть? Атака? Мишель! Мишель Крей! Мишель! Это Юрей. Да закрывай! Я мертв. Как? А мы-то почему живы? Это карма. Нет, это я слишком ходит. Много издевался над его именем. Это происходит. Ну, это не Юкай. Все, что я могу сказать. А как? Почему ты умер, а мы нет? А кстати, иногда спасает то, что ты перемещаешься за закрытый, ну, за закрытую дверцу, и он тебя не трогает. Пойдем, Софья. Ну да. Недавно у Кати было такое. Вот это да. Это сейчас нам в спину сыграло, да? Да. Слушайте, а он не очень быстрый. Не хотите попробовать помансить вокруг стола с ним, чтобы сбежать? Нет. Блин, там что... я бы попробовал. Там что, он зайца так как-то кинул странно? Посмотрите на это. Это что такое? Да. Не вижу. Нихуя тень. Такая тень от зайца просто. Ну что, это Юрий? Ну что, Юра? Ну я думаю, Юрий. Потому что мы позвали... Ну, блин, либо он рядом прям совсем был и услышал, либо это все-таки Юрий. Блин, какие низкопиксельные черточки на полу. Ё-моё. Жесть. На полу фургона? Да. А зачем на пол смотрят? Такие все, блин, какие-то зубчатые, ё-моё. Ну ты сказал про черточки, теперь все сидят на картонах, смотрят на пол. Что, поехали? Поехали, твоя реакция. И один Ярик такой стоит, а что все на пол смотрят? Постоял, посмотрел на пол, думаю. Юра! Ну извини, Илья, но ценой твоей жизни мы проверили это. Ну ладно, я хоть... Моя жизнь хоть была ценна. Да, но ты не сделал дейлик. Ладно, чё...